Для меня это очень большая мотивация. А представься, пожалуйста, брат. А, представься. Меня зовут Аслан, мне 19 лет, я из Турции. Аллилуйя. Мне очень вдохновляет, когда я вижу, что с разных деноминаций, с разных понимания верования люди видят ту же истину, что и мы. Аминь. Ой, классно. I love the people from different denominations, they look at faith and they see the same truth. Это дает все больше и больше надежды, что не важно какая религия или какие-то там разные традиции, но когда истина одна, но да. она истина, она не поменяется никогда. And it doesn't matter what kind of traditions and practices we carry out, but when the truth is one, it's one. Да. И Библия одна, и Бог один. The Bible is one, and God is one. Спасибо большое. Аллилуйя. Еще кто скажет пару слов? И мне самому интересно даже теперь. Слушайте, я не знал про традицию вашу. Ну, я бы со своей стороны сказала, что... А представьтесь тоже. Меня зовут Аня, я из Киева. Для меня очень было вдохновляюще то, что вы пропустили все это через свою жизнь. Вот видно, что все, что вы рассказываете, это пережито, это пройдено, это не просто на какие-то слова, какие-то документы, какие-то цифры. Для вас это все вот стало частью вашей жизни, и вы это носите в себе, и это была замечательная просто неделя живого свидетельства для меня. Спасибо огромное. Спасибо, слава Богу. Спасибо. Я рассуждаю тоже так, что если это мне помогло, то это поможет и другим людям. That's how I consider it. It helped me, it will help others. Да. Еще, может, кто скажет? Somebody else. Ну, я могу сказать. Да, Александр, да, да. А только вас... Михаил. А, ой, извини. Стрелка друг друга. Максим. Так. Меня зовут Максим, я из Киева. Из Кривого Рога, но из Киева. А, о. Я, кстати, в Кривом Роге скоро буду. Дом хлеба, хаос убрать. Меня очень вдохновила ваша искренность, ваша искренняя такая любовь. Что вы как ребенок в душе искренне верите, искренне обращаетесь к Отцу. И через ваши рассказы я увидел свой Пурим, вот реальный Пурим, мое спасение. Слава Богу. Да. Еще? Anybody else? У нас еще потом будет вопрос-ответ, да? Еще? Да. Да, последний этап. Супер. Здесь вкусно кормят, кстати. Да? Хорошо. Все. Да. Ну мы на самом деле все, да, благодарны, думаю, все. Спасибо вам, что вы уделили это время, что нашли эту возможность учить нас здесь. Вот, и хотя мы до этого не были знакомы, и вы все равно согласились. Большое благословение для вас. Но я вас знал уже, вот и пересекался с молодежью с миссией в Москве, там пересекался. В интернете, тоже в новостях всегда там были такие сообщения, молодежь с миссией. То есть я вас уже заранее благословлял, уже не знаю вас лично. Вот, ну, и поэтому, когда предложение было сюда послужить молодежь с миссией, я, конечно, да. 100%, да. When I heard this invitation to be a part of Youth with a Mission training, I said, of course, yes. Я готов проповедовать и молодежи с миссией, и старикам с миссией, всем, короче, с миссией, христианам с миссией. To youth with a mission, to old people with mission, any Christians with mission, I'm there. Для нас это очень хорошее, важное учение, потому что, к сожалению, мало таких вот, как вы, служителей, которые имеют вот такой опыт, которые знают православной церкви, кто может делиться вот таким евангельским служением своим сердцем. Christians that can preach out of experience and understand and know the Orthodox Church and the Gospel and compare it and bring it to us. Такой свет на востоке. It's like light in the east.
for us. И это побуждение для нас больше молиться, больше служить здесь. And it's motivation for us to serve here, to minister here. В других странах окружающих. And other countries around us that for the East. И мы, конечно, благословляем вас, мы сейчас будем за вас молиться. Да. Это счастье. Да, маленький такой подарок для вас. У нас тут литература есть наша, может быть, тоже дарите, может быть, будем еще. Не все сказали благодарности, но там есть открытка подписанная. Not everybody voiced their gratefulness, but there's a card signed where everybody письменно выразили благодарность. Write down the gratefulness to you. Вот, и еще кое-что. Хорошо, мы обычно выходим вперед, вот все вместе сейчас. We would like to surround you and pray for you. Окружим вас молитвой. Окружим you by prayer. Классно. Счастья в здоровье. Давайте, да, 2-3 человека и, может быть, 2-3 человека. Let's do 2-3 people, would you please pray out loud? И Дима закончит. And Dima will. Я тебе благодарен тебе за сегодняшний Господь, за это учение, Господь, которое нам показал тебя, Господь, другой религии, Господь, эта история, Отец Небесный. Я прошу тебя, Господь, как было с историей Израиля, Господь, как ты их поднимал, Господь, так же и подними, Господь, православие, Господь, исцели, Господь, эти раны и заблуждения, которые были, Господь, и используй, Господь, Сергея в этом деле, Господь, дай ему много силы, Господь, мудрости, чтобы никакие проблемы государственные или душевные, Господь, чтобы не мешали, Господь, вести твой свет, православие, Господь, церковь, Господь, реформации, и не только в Украине, Господь, и в каждой точке мира, Господь, чтобы его слово, Господь, которое ты ему даешь, Отец Небесный, чтобы оно исцеляло сердца, Господь, чтобы оно показывало путь, Господь, и люди, они разумели, Господь, твою любовь и твою истину, твое спасение, Господь, через любовь. Не через законы, Господь, не через какие-то законы, которые пытаются соблюдать люди, но только через Твою благодать и любовь. Ты любовь, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови семью Его и Его служение. Бог мой, благодарю Тебя за Его сердце, которое реально горит внутри, и этот жар чувствуется другим, кто возле него. Я прошу Тебя, Боже, расширяй его пределы еще больше, веди его новыми путями. Я прошу, Господь, благословения на все сферы его жизни, Бог мой. Я благословляю его семью, его жену Инну, и всех его детей, Господь. Я благословляю их будущее. Пусть это будущее оно будет с Тобой, Бог мой. И настолько прекрасно видеть, что он дает эту правильную свободу своим детям. Но я прошу Тебя, направляй их пути, и все равно пусть они будут с Тобой, Иисус. Пусть все какие-то, возможно, есть переживания в сердце Сергея. Я прошу Тебя, Господь, убирай, и пусть вместо них приходит Твой совершенный мир, который превыше всякого ума, Бог мой. Я благословляю остаток этого дня, благословляю все его ближайшие планы, все его путешествия, Бог мой, тех людей, которые будут возле него. Пусть этот свет, который в нем, он дальше продолжает освещать. И реально это будет огромный плод для Твоего Царства. Отец, я благодарю Тебя за реформацию в наших сердцах, Господь Божий, потому что Ты созидаешь каждого из нас. И благодарю Тебя за это время, которое мы провели вместе. Мы познали много всего интересного, Господь Божий. Спасибо Тебе, что Ты помогаешь каждому из нас возрастать, Боже, через прекрасных учителей, которых Ты посылаешь, Господь, нам сюда, в школу мировоззрения, Господь. Спасибо Тебе за нашего брата, Господь, Боже, что действительно, невзирая на наши конфессии, Господь, Ты объединяешь нас с Духом Святым, Господь, чтобы Твое Царство распространялось здесь, на земле. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты действуешь и освящаешь нас, наши сердца, чтобы мы, каждый из нас мог принести много плода на этой земле, Господь, Боже. Освящай, Господь, Господи Боже, чтобы мы были действительно реформаторами этого общества, Господь Боже, и Твое Царство распространялось по всей территории, Господь Боже, где ступает наша нога, Господь Боже. Спасибо Тебе за эти колоссальные знания, Господь Боже, помоги каждому из нас применить эти знания, Господь Боже, чтобы Твое Царство распространялось. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Друг Господь, спасибо Тебе за Твоего мужа, Господь, спасибо Тебе за то, что мы можем, правда, слышать эти истории, Господь, как Ты двигаешься через каждого из нас, как Ты двигался через Сергея, Господи, как Ты, правда,
делал твои чудеса, Господь, и показывал людям, Господь, что ты живой Господь, который, правда, хочет иметь отношения с нами, Господь. Мы благодарны тебе за эту неделю, Господь, когда мы были, правда, быть вдохновлены, Господь, тем, что ты, Господь, также двигаешься в православии, Господь, и ты также, Господь, показываешь, что ты живой Господь нам, Господь. Спасибо тебе за всю работу, которую делает Сергей здесь в Украине, Господь, в России, Господь, и просто эти церкви, Господь, которые насаждают, Господь, и показывают, что, правда, даже в этом вероисповедании, Господь, можно видеть тебя, Господь. Я прошу, чтобы ты благословил его работу, Господь, служение, Господь, все, куда он идет, Господь, все начинания, семинары, Господь, открытые двери, правда, в семинариях, Господь, в церквях, даже разные миссионерские организации, чтобы, правда, глаза людей не открывались, Господь. Да. Мы ему также, Господь, куда он ни пошел, Господь, правда, говорить, Господь, находить слова, Господь, просто будь его устами, которые будут говорить, которые будут, правда, чувствовать атмосферу в комнатах, Господь, которые, правда, потому что есть много людей, которые, правда, жаждут услышать эту истину, Господь. Да. Я молюсь, чтобы ты помогал ему двигаться, правда, здесь, в этой информации, Господь, которая двигается, Господь, и, правда, благослови всю его работу, Господь, его передвижение, Господь, также дорогу домой, Господь. Просто будь вместе с ним, Господь, правда, пусть твое имя, правда, прославляется на каждом его шаге, где он бы ни был, Господь, чтобы, правда, люди видели это сияние, Господь, они видели эти отношения, которые могут быть человек, правда, со твоим Творцом, Господь, просто благослови его себя, Господь, спасибо за то, что мы имели такую возможность слышать, Господь, быть, правда, ободренными, Господь, и, правда, вдохновиться еще раз, правда, служить Украине, Господь, служить людям, которые вокруг нас, Господь. Что благослови его, и правда, пребывай вместе с ним. И правда, говори ему, что Боже, открывайся еще больше, Господь. И правда, пусть твои откровения переполняют, Господи, что правда, он имел еще больше это желание, дерзновение делиться с другими. Во имя Иисуса Христа, мы молимся. Аминь. Друзья, сейчас у нас будет обед. Внимание! Счастья всередине! Все, с Богом, друзья!